Эта история шокировала даже бывалых волонтеров. Жестокость людей, которые так поступили с собственной собакой, не поддается объяснению. У одной из омских теплотрасс люди случайно заметили неподвижный комочек шерсти. Подойдя поближе, они поняли, что это голая китайская хохлатая собачка. Он лежал, свернувшись клубком, среди мусора, тщетно пытаясь согреться. Рядом – остатки парочки сосисок, под лапами – тонкая подстилка. Пока люди пытались понять, что с ним делать, стало ясно, что животное парализовано. Беднягу принял к себе приют-хоспис Джульбарс и его друзья. Детальный осмотр у ветеринаров показал, что у пса – давний перелом позвоночника, который неправильно сросся. Из-за этого его задние лапы парализованы, и он никогда больше не сможет ходить. Эта история получила широкое распространение в СМИ и социальных сетях. Благодаря усилиям волонтеров приюта и пожертвованиям неравнодушных людей, удалось начать длительное и дорогостоящее лечение пса, которого назвали Тошей. О нем узнала одна девушка, которая и позвонила в приют, чтобы рассказать о том, как пес оказался в такой плачевной ситуации, более подробно. Тоша жил у женатой пары, которая часто выпивала. Скорее всего, муж в порыве гнева нанес удар по бедной собаке, из-за чего с ней и случилась такая беда. По словам звонившей девушки, сначала жена жалела питомца и не отправляла неходячего пса на улицу, но потом стала оставлять соседки, а после и вовсе пара избавилась от Тоши вот таким вот способом. Волонтеры и ветеринары совместными усилиями помогли Тоше набраться сил, да и он изо всех сил боролся за свою жизнь. Он оказался очень ласковым и добрым псом, послушным и умным, и, несмотря на свою травму, оставался любопытным. Врачи порекомендовали найти для песика коляску, что и было сделано благодаря сбору пожертвований. Сейчас Тоша резво гоняет на своем транспорте. Сейчас песика и правда не узнать, он преобразился благодаря заботе и любви волонтеров. Кроме того, для него даже нашлись хозяева, и сейчас он находится на пути к своему собачьему счастью в Санкт-Петербург. Когда-то жестокость и равнодушие хозяев поставили жизнь Тоши под угрозу, но сейчас все самое страшное уже давно позади. Хорошо, что на свете еще есть добрые и внимательные люди, которые не проходят мимо беды и помогают животным. В конце концов, это наш общий долг – заботиться о братьях наших меньших, а не относиться к ним, как к игрушкам. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.